В здании историко-культурного центра состоялось внеочередное заседание Общественной палаты Ленинского района в новом составе. На встрече в торжественной обстановке собравшиеся получили удостоверение из рук главы Ленинского района Олега Хромова. Есть одна такая почетная миссия – это вручение удостоверений членам Общественной палаты для того, чтобы, наверное, это была некая путевка в жизнь новому составу Общественной палаты для того, чтобы творить и созидать на территории нашего района. Новыми членами Общественной палаты стали лидеры общественного мнения, люди, которые вели активную социальную жизнь и участвовали в решении насущных в тех или иных сферах вопросов. Очень сильный состав. Я уверен, что за нами серьезные победы и успехи. Я думаю, что мы докажем свою эффективность. Общественная палата – это создана для того, чтобы был диалог между народом и властью, да? Чтобы мы могли контролировать и все чаяния доносить до администрации. Впереди у общественников действительно большая работа, в которой им пригодятся их профессиональный опыт и знания, а также желание помочь людям.